Готовится Козлов Евгений, Владимирская область. Средний балл на татами номер один равен 17,8 балла. На татами приглашается Блинов Андрей, Республика Карелия. Готовится финал. Юноши и девушки 14-15 лет. Готовится Орлов Дмитрий, Орлов Владимир, Республика Карелия. Средний балл на татами номер один равен 17,7 балла. На татами номер один объявляется дополнительная карта между Райкиным Кириллом, Республика Карелия, и Изместьевой Любовью, Кировская область. На татами приглашается Райкин Кирилл, Республика Карелия. Готовится Козлов Евгений, Владимирская область.
улица Минигалиева, Розалина, город Москва. На втором татаме команда дисквалифицирована в связи с нарушением формы одежды. На татаме номер 2 вызывается команда 12-13 лет Поплаутина, Сокольников, Тарасов, Кировская область. Готовится Максимов, Лопатин, Анаркин, Москва. Средний балл на татаме номер 1 равен 17,9 баллов. На татаме приглашается Михайлов Лев, Москва. Готовится Васильев Роман, Чувашская республика. Средний балл на татаме номер 2 – 20,9. На татаме номер 2 приглашаются Максимов, Лопатин, Анантин, Москва. Готовятся. Средний балл на татаме номер 1 равен 17,2. Начинается финал в категории «Мальчики 11 лет». На татаме приглашается Мельников Владимир, Кировская область. Готовится Трегуб Вячеслав, Москва. На татаме номер 2 средний балл 20,8. На татаме номер 2 приглашаются Строгавин, Селено, Федотов, Москва. Готовится Некрасов, Пономаренко, Беспоясов, Томск. Средний балл на татаме номер 1 равен 17,8 балла. На татаме приглашается Трегуб Вячеслав, Москва, готовится Поздышев Александр, Москва. 0,4. На татаме приглашается Хромова, Адельфинская, Адлер, Московская область. Готовится Балдин, Грачев, Петренко, Москва. Средний балл на татаме номер 1 равен 18 ровно. Приглашается Беляев Илья, Москва, готовится Гурский Антон, Архангельская область.